Власти Панамы конфисковали рекордную сумму, вырученную от продажи наркотиков, более 10 миллионов долларов наличными в ходе пресечения деятельности банд, связанных с крупнейшим колумбийским наркокартелем «Клан Персидского залива». Деньги были найдены в трех разных тайниках в доме в Нуэво-Провиденсия провинции Колон. Это часть операции, в ходе которой ранее были задержаны 57 человек, в том числе чиновники и сотрудники силовых ведомств.